Такие слушания проводятся ежегодно. Здесь каждый неравнодушный житель Десногорска может высказаться по повестке дня и внести свои предложения. В этот раз значимое для города событие проходило в просторном зале Центра культуры и молодежной политики. Основные параметры местного бюджета предлагаются в следующих объемах. Общий объем доходов местного бюджета на 2020 год предлагается в сумме 525 миллионов 32 тысячи. На 2021 год 517 миллионов 931 тысяча. На 2022 год 538 миллионов 940 тысяч. По внесению изменений в проект бюджета предварительно поступило 7 предложений. Горожан в первую очередь интересовало состояние инфраструктуры города. Это автовокзал, городская набережная, состояние автомобильных дорог, ливневые канализации. Также были вопросы социальной сферы. Для решения этих задач большинством выступающих предложено увеличить расходную часть бюджета следующего года. Увеличение доходной части видится возможным только одному жителю, для чего городу необходимо изыскивать кредитные средства. Подобные предложения, по мнению выступающих, помогут навести в Десногорске порядок. В ходе дискуссии, а иногда и полемики, внести ясность смог глава города Андрей Шубин. Несмотря на дефицитный в рамках законодательства бюджет, ближайшее будущее Десногорска им видится позитивным. Так до конца этого года будет решен вопрос с автовокзалом. Судьба Ледового дворца будет определена в 2020 году по готовности документации для его демонтажа. Некоторые городские объекты, например, набережную, планируется привести в порядок с помощью федеральных средств. Но в целом, несмотря на все обязательства, бюджет продолжает быть социально ориентированным. В части, касающейся перевозок, бюджет города Десногорска в этом году на компенсацию затрат перевозчику, а у нас тариф регулируем, 21 рубль, выделил в общей сложности 9 миллионов 320 тысяч рублей. Это деньги, меры социальной поддержки населения нашего города, наших уважаемых пенсионеров, первостроителей. Поверьте мне, такой компенсации не выплачивает ни один муниципалитет Смоленской области, ни один муниципалитет среди наших атомных городов. Более чем двухчасовые публичные слушания были завершены открытым голосованием по проекту бюджета. За документ проголосовал 91 человек, против – 35, воздержались – 5. Таким образом, большинством голосов проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов был одобрен. Далее документ будет рассмотрен на сессии Десногорского городского совета. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.